Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров проводится в обязательном порядке согласно приказа Министерства здравоохранения номер 835-Н от 15 декабря 2014 года. А также есть редакция до 2021 года, где есть четкие указания и требования по выполнению данной услуги. А на месте необходимо, соответственно, проверить водителя на алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение, где с помощью алкотестера мы используем аппараты Драгер 6810 для поверки алкоголя в крови. А также аппарат Динго 200, который также проходит поверку и ежегодно проходит калибровку. Для дополнительных процедур мы проверяем давление, температуру. Все это делаем в соответственно, медицинских перчатках, в маске в связи с пандемией на сегодняшний день. Также дополнительно можем при виде водителя в токсическом опьянении поверить, используя тест-полоски на наркотические средства. Все это фиксируется в журнале предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. При выявлении алкоголя составляется протокол и информируется руководитель подразделения. О дальнейших действиях мы сообщаем, соответственно, руководству заказчика. Информация, которую мы фиксируем в журнале предрейсовых медицинских осмотров водителей, это фамилия, имя, отчество, год рождения, пол, давление, температура, признаки, соответственно, кожного покрова и дополнительные необходимые данные. В связи с этим мы предлагаем нашим клиентам рассмотреть возможность заключения договора на проведение предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров в избежание каких-либо проверок и жалоб со стороны заказчиков данной организации. Поэтому дополнительно вы можете ознакомиться о нашей организации по ссылкам ниже и задать какие-либо вопросы.